час милости. Во имя Я есмь то, что Я есмь. Пресвятая Богородица, возлюбленная Мать Мария, я спешу преклонить колено перед Тобой. Я не могу найти слов, которые бы позволили мне передать всю любовь моего сердца, которую я испытываю к Тебе. Прими мою любовь и благодарность. Ты знаешь о том, что в данный момент является наиболее важным для роста моей души. Я прошу Твоей помощи и поддержки. Я прошу, чтобы за суетой дня я не забыл тех тихих минут нашего непосредственного общения, которые помнит моя душа. Пусть моя неразрывная связь с Тобой поддерживает меня в жизни и помогает не забыть о высшем пути, которым я намерен идти в этой жизни. Аминь. Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа. Аминь. Каждый год 8 декабря с 12 до 13 часов местного времени вы можете посвятить время общению со мной. Я приму любое ваше проявление любви и благодарности. Я пребуду с вами на всем протяжении этого часа милости. Вы можете общаться со мной, видеть меня. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наших. Это будет так, как будто я присутствую рядом с вами. Я использую даваемую вами энергию для того, чтобы проявить свое присутствие одновременно повсюду на земле. И чем более чисто будет ваше устремление, тем больше будет мое присутствие рядом с вами. Таким образом, мы ежегодно сможем повышать вибрации физического плана. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Взамен Бог дает вам возможность попросить меня об исполнении ваших желаний, связанных с вами самими или вашими близкими. Вы можете просить об исполнении всех ваших желаний, даже тех, которые вам кажется невозможным осуществить. Я приму все ваши пожелания в мое сердце
и буду просить Бога об исполнении ваших просьб. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Неважно для меня ваше вероисповедание и принадлежность к конкретной религии. Вы все для меня являетесь моими детьми. И я приму на себя заботу о вас и постараюсь удовлетворить ваши нужды и потребности. Вам нужно лишь час времени в год уделить мне. Вы можете слушать или петь песни, посвященные мне. Вы можете читать розарии и посвященные мне молитвы. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Импульс ваших сердец, направленный ко мне, побудит меня услышать вас, и я приложу все усилия к тому, чтобы осуществить ваши просьбы. Не всегда даваемые вами энергии молитвы и любви хватает на то, чтобы исполнить вашу просьбу. Поэтому я буду вам весьма признательна, если вы сможете более часто думать обо мне и посылать мне вашу энергию любви и молитвенную энергию. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Как только у вас возникнет в жизни сложная ситуация, это явится для вас сигналом к тому, что вы давно не обращались ко мне, и я не смогла урегулировать возникшую ситуацию и направить ее течение по самому легкому пути. Всегда помните, что Бог не хочет вас наказывать. Он хочет, чтобы вы следовали по пути любви. И если вы, подобно малым детям, допускаете плохие поступки, то не забывайте в них искренне раскаяться и попросить меня о том, чтобы допущенные вами ошибки не вызывали слишком тяжелого воздаяния. Потому что закон требует, чтобы все совершенные вами деяния, их энергия, были возвращены вам. Тогда вы сможете видеть свои собственные ошибки и принимать меры к их исправлению. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Неважно, сколько раз вы ошиблись. Важно ваше постоянное устремление к праведности и исправлению допущенных ошибок. Вы
вашим человеческим сознанием не можете оценить, насколько то, что вы делаете, является плохим или хорошим в глазах Бога. Поэтому чаще обращайтесь за помощью к небесам. Просите об искуплении ваших грехов. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Иногда человек совершает даже слишком плохой поступок в глазах общества. Однако в глазах Бога этот поступок не является грехом, потому что человек используется Богом в качестве орудия для того, чтобы кто-то мог искупить свою карму. Именно поэтому говорится о том, чтобы вы не судили. Не судите и не судимы будете. Однако никогда не следует попустительствовать тем индивидуумам, которые слишком увлеклись, заигрались и позволяют себе очень неблаговидные поступки в расчете на то, что Бог им все простит. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Бог всемилостив и терпелив. Но когда человек не хочет извлекать уроков из своего поведения, то он сам себя заставляет предстать перед очень тяжелой ситуацией. И потому, насколько человек способен смириться с теми обстоятельствами, в которые он попал, Бог судит о чистосердечии и раскаянии человека. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Помните, что всегда, когда вы встречаетесь в жизни с вашей точки зрения тяжелой и несправедливой ситуации, в 100% случаев вы сами были причиной создания этой ситуации, благодаря вашим неверным выборам и плохим поступкам. Все в вашей жизни определяется вашими прошлыми выборами и поступками. Но нет никакой предопределенности в вашей судьбе, потому что иногда один ваш верный выбор и праведный поступок искупает карму очень многих грехов, в том числе самых ужасных грехов, совершенных вами в прошлом. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и Божественной Матери, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа. Аминь.